Всем привет! Привет, YouTube! Солнечный привет из Мерсина, хочется сказать. Нет, конечно, не из Мерсина. Всем привет! Я давно с вами уже не общалась. И вот я нахожусь в этом прекрасном месте. Место называется Удуталу. Сзади меня красивое поле. Правда, облака нависли. Вот такие вот облака висят. Но это нам не помешает, потому что погода сегодня тепленькая. Это я просто так стою в куртке, в толстовке и в футболке, потому что проснулась очень рано. И как-то вот зябко мне всегда. Я всегда мерзну. Я такая мерзлячка, что мне всегда холодно. Но это место меня очень согревает. Я здесь была в 2021 году последний раз. И здесь настолько прекрасно, тихо, умиротворенно. Ты находишься с природой. И недалеко отсюда находится еще озеро. Называется озеро Курема-Ярв. Это значит Курема озеро. Которые здесь находятся. Вот этот один большой домик, его построили как раз-таки 2 года тому назад. Я еще думала, вот приехать бы и заселиться в этот домик, но у них очень цены кусаются на выходных, так как сегодня пятница, вот с пятницы по воскресенье цены тут, конечно, очень большие. Вовнутрь, конечно, я не могу зайти туда, но вот снаружи могу вам поснимать. Возле каждого домика находится мангал,
А внутри, я так понимаю, ну там, как обычно, есть ванная комната, точнее, душевая, туалет и вот такая вот верандочка. Красивый домик. Да и место здесь очень хорошее, замечательное. А вот этот вот поменьше домик. Он немножко, ну тут такое место, ну, немножко такие уже домики, их надо реновировать, реставрировать, подкрашивать. Ну все равно, знаете, когда место очень красивое и тебе здесь хорошо, то в принципе не важно, как домик снаружи выглядит, но внутри там очень даже очень-очень хорошо. Да, и вот как я и сказала, мангал есть. И как раз под крышей вот там вот столик. Красота здесь. И вот такие вот маленькие кемпинги. Этот маленький кемпинг на одного человека стоит 20 евро за ночь. На одну ночь 20 евро. Но за этими домиками вы бы знали, такое красивое, чистое поле. Я вот пока сидела там на перекладинке, просто любовалась видом. Потрясающее место. Не знаю, я здесь второй раз, и мне прям вот как с первого раза понравилось это место. Я приехала сюда, такое ощущение, как будто в какое-то родное, что ли. И вот такой вот тоже большой домик, но там... Но этот дом очень большой. Потом поснимаю вам еще. Вот как я и сказала, что в этом домике есть стол, стулья, даже два лежака есть. Видите, какие лежаки, можно полежать. А внутри, да, здесь двухэтажный. А внутри, что у нас внутри? А внутри кухня. Ну, так не видно, видно меня. Видно меня. Да, диванчик там, лестница наверх, тоже стол стоит. Я смотрю, двухкомфорочная газовая плита, микроволновка, даже есть кофемашина. А если мы с вами дальше прогуляемся... Ой, мне главное не упасть. С вами дальше прогуляемся. Скамеечки здесь стоят вот такие. Вот даже можно сюда стол вынести и поставить. И будет вам красота. А вот там вот уже наше озеро. Озеро Курыма. Так, меня попросили, чтобы я снимала очень аккуратно. Стабилизатора у меня, к сожалению, нет, потому что, ну вот, не приобрела его, да и не знала, что я буду снимать. А это у нас домик такой, где мужской и женский туалет, но там внутри есть еще и душ. Это те, кто в кемпинге живет, может сюда прийти в душ, сполоснуться и пойти дальше. Здесь есть еще, также есть раковины. Две раковины, это если кому нужно будет там посуду помыть. И вот этот большой-большой домик. Тоже классный. Вот этот, мне кажется, очень огромный дом. И у этого дома есть вот такой вот бочка такая вот, которая подогревается. Вода с подогревом здесь. И когда ты релаксируешь тут, и у тебя вот такой вот вид на озеро. Вот там уже озеро. Я знаю, что вроде бы, когда ты хочешь отдельно заказать себе, не снимая вот этот большой дом, то цена, по-моему, была 125 евро.
по-моему, если я не ошибаюсь, честно. Могу даже и ошибаться. А вот этот дом тоже двухэтажный, и он огромный. Также здесь есть скамейка и длинный стол. Вот, все под навесом. Сиди. Здесь, что у нас здесь? А, освещение тоже есть. И такой длинный-длинный стол, да. На большую-большую компанию. Можно приехать сюда 20 человек, наверное, на 30 человек точно. Ну, вот на 30 точно поместится. Как обычно, возле каждого дома есть мусорки. Один для бутылок, а другой, ну, вот просто кидать мусор всякий разный. И здесь вот такая вот терраса огромная. Потрясающее место. О, как красиво сделано. Цветочки. Видите, какая красота. Светочка, тебе привет. Светик, привет. Вот тебе такие вот цветочки. И всем моим зрителям. На таком вот бревнышке. Правда, цветочки уже, наверное, отходят. Хотя нет, не совсем. Вот Анютины глазки. Красота. Реально здесь очень красиво. Просто милое место. И вот такой вот огромный-огромный дом. Тут реально огромная территория. Сейчас мы с вами прогуляемся к озеру. Наверное, ветер будет задувать. Я очень извиняюсь, то, что ветер дует. Хотя я была там, гуляла, ветра вообще не было. Я тут шла к озеру и здесь увидела вот такой вот пенечек. Здесь можно присесть и любоваться вот этим вот озером. Красота! А вот этот домик, это для рыбаков домик. То есть можешь одеть непромокаемый костюм и пойти ловить рыбку. Там есть холодильник. Кухонка такая маленькая. Даже коптить можно рыбку. Так что приезжаешь сюда и коптишь. А вот это вот банька. Тоже отдельно. Можно снять, попариться и, конечно же, занырнуть вот в это озеро. Здесь лодки на прокат. Потрясающе. Вот мужчина вышел, на лодочке ходил с моторчиком. Парень там что-то ловит. Мы тоже здесь катались по этому озеру на лодке с мотором, на надувной лодке с мотором. Вот по этому помостику мы сейчас пройдемся, прогуляемся чуть-чуть. Ну, водичка вроде ничего, такая прозрачная, кстати. Может, так и не видно, но прозрачная. Жалко, солнышка нет. Мы когда были 2 года назад, когда мы были в июне месяце, почти в конце июня, солнышко светило и очень красиво уходило в закат. У меня даже есть шортс. И я засняла красоту. Ой, там черные утки, что ли? Уточки. Да, наверное, уточки. Завтра вроде обещают погодку хорошую. Ну, надеюсь, хотя бы солнышко побольше будет. Сегодня очень сильные облака. Это озеро, оно длинное-длинное. А вот там находится романтика, называется. Можно поплавать. Также там можно переночевать. Гриль сделать. По-моему, грилить тоже можно. Там было, что можно грилить. И даже есть банька. Представляете? Так что вперед!
Ой, я извиняюсь. Слишком сильно зум сделала, но меня на этом помосте очень сильно качает. Такое ощущение, как будто я плыву. А на самом деле стою на месте, просто... просто очень сильно качает. Красота. А мальков-то сколько здесь? Много-много, маленькие-маленькие. Правда, может, вам и не видно будет. Ой, какая прелесть. Их там так много-много, они такие маленькие-маленькие. Вот и солнышко выглянуло. Сейчас я вам солнышко покажу. Водичка, в принципе, прозрачная. Вот с удовольствием бы занырнула, но погода 18 градусов. Наверное, может, даже 17. Вот это наше солнышко. Я так хотела о солнышке, мечтала, что оно выглянуло. Ура, солнышко! Я очень люблю солнышко, потому что оно греет душу. Я вам еще раз покажу вот это вот место. Озеро очень-очень большое. Оно аж уходит вот туда. И там еще так много-много-много. Ну вот, плывет мужчина на лодке, наверное, на рыбалку ходил. Интересно, если я его дождусь, хочу посмотреть, что он там наловил. Может, какой-то улов был. Красота! Ура, солнышко! Как я рада солнышку! Просто обидно приехать в такую погоду и застать дождик. Очень, кстати, очень обидно. Облака. Немножко вам нашей погоды. Вот такой. Ну что делать? Ой, как мне нравится. Сосна красивая. Немножко прогуляюсь по этой территории с вами. А здесь, мне кажется, когда я смотрела по интернету, да, точно, здесь как раз можно поставить дом на колесах. Вот здесь можно зарядиться, подключиться. Точно, да, тут домик на колесах можно поставить. Также здесь есть стол, чтобы приготовить и поесть. Правда, немножко такой пошарпанный. Ну ничего, скатерть можно постелить, и все будет нормально. Здесь еще одно парковочное место для дома на колесах. А вот это как раз-таки можно разбить палатку и ночевать. Как раз навес тоже здесь можно спрятаться от дождика. Скамеечки стоят, стол. Прекрасно. Не знаю, мне здесь очень нравится. Прям красота. Тем более сейчас солнышко выглянуло. Ой, вообще прелесть. Даже мне как-то потеплело, что ли. Так холодно было. Я приехала, у меня почему-то руки были холодные. А, потому что в машине, наверное, кондиционер, как всегда, работал. Меня вечно морозит. То в машине морозит, то еще где-нибудь. Вечно мне холодно. А этот еще один домик, по-моему, там два входа и двухэтажный он. На первом этаже тоже спальня и кухня есть, насколько я знаю. А на втором этаже чисто спальня. Ну и также туалет и душевая есть.
Огромная территория. Просто красота. Ну, вот эта вот парковочка такая у нас большая здесь находится. Также площадка детская есть. Можно с детишками сюда приехать. А вот это вот, это туалет. Там раковина тоже есть. Вот этот домик тоже мне нравится. Я смотрела, что этот дом стоит 700 евро на сутки, что ли. Или на выходные. Не помню. Но помню, что, по-моему, 700 евро как раз-таки. Вот и прогулялись с вами по большой территории. Ну, вот это вот кемпинги. Вот такие вот. В прошлый раз мы были вот в этом кемпинге номер один. Хорошее место. Вон как солнышко светит. Ура, солнышко! Как я рада этому солнышку. А вот я уже подошла с другой стороны этого дома. Я так понимаю, здесь можно... Вот в этом доме можно как раз-таки там юбилей праздновать. Он такой огромнейший. Прям просто огромнейший этот дом. Вовнутрь, конечно, не могу попасть, так как хозяева... Конечно, можно было бы ключики попросить. Он с удовольствием бы мне разрешил поснимать. Но я смотрю, там холодильников много. Ну, холодильника 3. Кухня большая там. В этом доме большая кухня. Кондиционер есть. Также возле каждого домика обязательно будет мусорка стоять для пластика, стекол. Я еще раз решила пройтись с вами. Пройдусь, наверное, по кругу. Посмотрю. Так, в окно, когда заглядываешь, не особо видно. Но отсюда мне видно. Да, там как получается столовая, что ли. Даже можно свадьбу играть. Сыграть здесь. Помню, когда на Яне Пяев здесь были в июне месяце, все вот эти домики, они все были забронированы. А также, когда сюда приезжаешь, вот в этом вот сарайчике есть дрова. То есть придешь, наберешь себе дрова, и возле вашего домика, если вы дом снимаете, то находится вот такой большой-большой мангал. И возле каждого кемпинга маленьких вот этих вот домиков тоже есть мангалы. Ну да, здесь вот такая вот большая веранда. Внутри. И внутри, я так понимаю, там... Ой, там кто-то играет, что ли. Смотрю, телевизор включен. Вот такой огромный дом. Очень большой. Аж 4 кондиционера я так насчитала, если не 5. Потрясающее место. Ура, солнышко! Как я рада тебе, солнышко! А где наш домик? Главное не перепутать домик. Где мой домик? А вот мой домик. Номер 4. У нас номер 4 домик. Потрясающе. Сейчас я вам поле еще покажу. Огромное красивое поле. Оно сейчас как раз ухожено. Его вскопал трактор. Обалдеть. Когда туман, вот этот туман спускается с этого поля. Птички поют. Вот мы с вами наблюдаем вот этот вот туман. Как я и сказала, что здесь находится туман. Правда, его так
плохо видно, но вот здесь уже получше. Какая красота! Немножко прохладно стало. Ой, какая красота! Ладно, я остановлюсь, чтобы вам показать. Смотрите, как красиво! О, я просто сегодня под впечатлением таким, что как ежик в тумане какой-то. Ой, красота! Вообще балдею от этого места. Чуть-чуть подальше вам сделаю, чтобы видно было. Там не совсем видно, но вот здесь вот уже. Вот это место называется Удуталу. Уду – это туман, как я и сказала вам уже. Здесь всегда туман, по ходу дела. Класс! Просто прелесть. Вам кусочек эстонской природы и тишины. Долго они прогорают, конечно.